На открытом уроке Снежана активно отвечает на вопросы по безопасности. Ученица 4 класса уже знает, что железная дорога – зона повышенной опасности. И только от внимательности и соблюдения строгих правил поведения на ЖД зависит здоровье, а порой жизнь человека. Не надо прыгать на железную дорожную дорогу, которой поезд ездит. Не надо зацепляться, не надо ехать зайцем, ну, без билетов. Не надо прыгать в поезде и не надо отходить от взрослых. Во второй Голицынской школе уроки по безопасности и профилактические мероприятия проводят регулярно, раз в два месяца. Но, тем не менее, у нас есть пятиминутки безопасности, классные часы, на которых мы проговариваем вопросы безопасности, всего спектра безопасности, в том числе и на железной дороге. Приурочили мы посещение к школе, к рейдам, к месячнику. Нет проломов, потому что у нас в последнее время часто ломают ограждения вдоль железнодорожных путей, вот, нарушают. Переход в неположенных местах, вследствие этого гибель людей и травмирование. Ребятам раздали блокноты, ручки и буклеты с описанием техники безопасности нахождения на железнодорожных путях. Самым активным подарили раскраски, а в апреле в школе состоится единый день профилактики, в рамках которого школьникам еще раз расскажут о безопасном поведении дома и на улице. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».